Последняя игра регулярного чемпионата Нижегородской области по хоккею перед плей-офф закончилась безоговорочной победой хоккейного клуба «Саров». Со счетом 6-0 саровчане закрепили свою лидерскую позицию и заняли вторую строчку турнирной таблицы. Наши соперники, команда из Княгинино, заранее знала, что имеет дело с серьезными игроками и почти не рассчитывала на победу. Ключевые игроки у нас отсутствовали по ряду своих причин. Ну и да, игра со первого периода не сдалась, что-то много не получалось, шайбы не летели, ну и хотелось бы команде «Саров» отдать должное, команда мастеров, хорошая команда, бегут, бросают, забивают, то есть переиграли, так сказать, опытом нас. Такая игра на ноль, так называемый сухой матч, единственный результат за весь регулярный чемпионат. Конечно, это в первую очередь заслуга вратарей саровской команды, которые на протяжении игры успешно отражали атаки соперника и не пропустили ни одной шайбы в свои ворота. Теперь впереди у ХК «Саров» розыгрыш кубка в плей-офф. Задача ставим только первое место, будем для этого стараться, биться. Готовимся, тренируемся, в зал ходим, кроссы бегаем. Константин Поляков у нас еще подъехал, подмога, старый такой товарищ наш. Свои голы он умеет забивать на опыте. Первая игра полуфинала пройдет для саровских игроков на домашнем льду. В субботу, 12 марта, хоккейный клуб «Саров» скрестит клюшки с ХК «Торпедо» из Лыского. Прямую трансляцию смотрите на канале «Саров-24», а также на нашем канале в Ютубе. Уважаемые болельщики, приглашаем всех 12 числа в 12 часов дня на хоккей нам поболеть, поддержать. Будем очень рады. Ваша поддержка очень важна. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».